Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре два проекта. Эти проекты от одних админов. Админы из Индии. Как я поняла, по заработку криптомонеты Tron. Это инвестиционные проекты. А все, что касается инвестиции в интернет, подвержены риску. Не забывайте об этом, какой бы ни был проект. Значит, первый проект, они одинаковые, просто покажу регистрацию, она везде одинаковая. Номер телефона, пароль, повтор пароля, тут код пригласителя, здесь галочку кликайте зарегистрироваться, и код по мобильному телефону и паролю. Значит, первый проект. Значит, здесь у них вот на вот иероглифы, да, это хинди. Вот кликаем вход по мобильному телефону и паролю. И здесь можно поставить, друзья, язык, какой нам надо. Русского здесь нет, но выводить монеты только на оригинале. Понимаем. Потому что я мучилась, все сделала правильно. Монеты мне не вывести. Я писала в поддержку. Думаю, как так и что. Вот. На что они мне ответили. Язык оригинала должен быть. Поддержка отвечает. Замечательно работает. Вот также у них есть в Telegram группа. Вот там вся информация. И я пока поставлю на английский. Вот здесь снизу самый предпоследний. Вот это язык оригинала. Можете поставить на английский, перевести на русский и погулять по кабинету. Что мы сейчас и сделаем. Но когда выводить, ставим оригинал и будем выводить монеты. Это я все вам сейчас покажу. Ставлю English. Значит, так, и переводим. Так, перевести на русский. Значит, это перезарядка, то есть нужно депонировать монеты. Так, минимальный депозит 10 криптомонет Tron. Без депозита, естественно, здесь не дадут вывести. Значит, смотрите, здесь 100, 500, 1000. Вот здесь вот на эту кликаем, переводим. Другие суммы. Минимум 10 монет. Кликаете сюда. Тип монеты 3x. Так. Пополнение. Сюда прописываете сумму. И пополняйте. Вам дадут адрес кошелька, куда нужно перевести монеты. Это по депозиту. Далее нужно для вывода прописать адрес кошелька. Вот у меня на балансе 3.91 монета. Значит, опять я перевожу на русский. Вот здесь видите мой адрес. Не туда. Так, мои детали. А вот. Это персональные данные. Так. В общем, когда вы будете выводить, у вас будет добавить адрес кошелька. Так, я хочу поделиться. Значит, вот здесь реферальная ссылочка. Вот так опять надо ставить это все на оригинале. Не знаю. Ага, и ссылочка скопирована. Это находится реферальная ссылка. Так. У меня адрес уже прописан. Запись пополнения.
Вот я пополняла 10 монет. Так, это персональный. Так. Это у нас что? А это вывод. Так, детали финансы. Моя команда. Это рефералы. Далее мой адрес. Так, адрес доставки. Здесь ничего как бы и не надо, так он надо адрес будет прописать. Вы в первый раз, когда будете выводить, вот, вывести. И у вас тут, вот, видите, у меня, и у вас здесь как бы будет вот так. Ну, вот, ну, кликните и как бы можно будет как бы прописать адрес, вы пропишете. У меня сейчас, у меня все прописано. Я как бы не смогу вам показать. Далее что? Также пополнить счет. Идем на главную страничку. И мы кликаем куда? Вот сюда. Значит, что здесь у нас? Перезарядка. Здесь такого ничего. Запись. Заказать запись, пригласить друзей, о нас, агентство сотрудничества, описание правил, расчет дохода. Это как бы можно самим все изучить и почитать. Значит, это вот домашняя страничка, вот это сюда. Значит, и вот здесь значок. И мне нужно поставить хинди, видите, предпоследний язык. Ставлю опять на оригинал. И вот клик вот на этот значок круглый. Далее что нужно? Далее что нужно? Вот сюда я кликнула на первый. Увидели, да? Сейчас я вернусь. Вот, 10 3x у меня пополнено. BIP1 кликаю. И нужно выполнить задачи. Кликаем сюда. Пошел майнер. Видите? Такой характерный звук. Кликаем сюда. Так. Опять я иду. Сюда. Кликаю на майнер. Видите, у меня одна задача выполнена. Все. Походу. Так, теперь я иду вот сюда. Так, майн. Так. Вывод кликаю. У меня на балансе вот здесь 1.96 монет. Так, нужно теперь здесь прописать 1.96. Ставлю теперь точку после единицы. Здесь прописываю пароль. Кликаю вывод. Монетки вывелись. Еще не поступили. Теперь вот у меня осталось 0.98. Минималка на вывод от одной монеты. Ну, подождем, пока идут. Значит, второй, регистрация все то же самое, но он уже сделан на английском. Это у них первый проект, у них сделан на хинди, а это их же проект второй. И они как бы сделали
уже на английском здесь. Здесь уже полегче. Зашла я в него вчера. Вот здесь 10 монет, здесь все то же самое. Здесь перезарядка, пополнение. Минимум 10 монет. Также кликаю вот сюда. Пополняете, дадут адрес и делается депозит. Все то же самое. При выводе монет. Значит, также, чтобы был оригинал. Вот. При выводе монет у вас здесь будет, как бы это, тоже кликните и пропишите адрес минимум на вывод от одной монеты. Ну, должно быть чуть больше монет, так как 1%. У них здесь комиссия, там без процента. Вот. Все то же самое. Сейчас проверим. Вот. 1,96 я выводила. Монетки прибыли. Платит, видим, да? Далее здесь переводим на русский. Я хочу поделиться. Также находится реферальная ссылочка. Загрузится. Мне очень проекты понравились. Я рекомендую. Но опять же таки, какие мне были проекты, это инвестиции и всегда риск. Вот сюда кликаем. Все. Реферальная ссылочка скопировалась. Также моя команда. Два реферала у меня. Третий уровень. Три уровня реферальной программы, видим. Так, что еще? Мой адрес. Ну, здесь, опять же таки, я вам не покажу. Я вам показала. Кликаете сразу, как, если вас заинтересует. Идете в мой кабинет и кликаете сюда. Вывод. Тут будет у вас добавить адрес. Переведете просто на русский и добавите адрес. Как бы не забывайте ставить оригинал. И сохраняется адрес. Так, возвращаюсь. Также домашняя страничка, моя команда. И вот здесь уже как бы вот этот значок, он самый важный. Также нужно будет выполнять задачи. Вот, вот сюда кликаем. Вот 10 монет. Это уже VIP-2 от 100 монет. И так далее по нарастающей. У меня 10 монет я закидывала. Кликаю на эту штучку и кликаю на этот майнер. И пошел. И вот опять сюда на черную вкладочку. Далее. Не знаю, может, и не обновилась. Два. Вот видите, две задачи я выполнила. Опять кликаем. Ничего на вкладочку. Сейчас это все сделаю. Все. Три раза у меня вышло это все. Если я помогу. Три раза будет, видим, да? Еще раз. Все. Теперь мой кабинет. Вывод. Вот. Это депозит. Это вывод. 5,49.
Это я стираю. 5. Точка. О, нет. Здесь 5,49 после пятерки. Ставлю точку. Пароль прописан. И кликаю. Все. Сейчас проверим. Монеты должны списаться, видимо, по нулям. И подождем вывод. Вот так в районе 1 минуты приходит. Нет, монетка еще не поступила. И подождем. Здесь можно погулять по сайту, конечно, это все почитать. И вот у меня здесь баланс идет по нулям. Вот здесь показано то, что у меня 10 монет депонировано. И вот не забываем ежедневно нажимать. Это раз в день. Как бы. Больше здесь наших действий никаких. Здесь вот на английском языке все работает. Сейчас проверим баланс. И вот, пожалуйста. 5,44, 5,49, да, я выводила. Ну, с учетом комиссии, как я сказала, то комиссия 1%. 5,44 монеты прибыло. Вот. Все замечательно. И я делаю. Копирую. Называется он 3X International. Вот. А тут Q какой-то там название. Вот. Это я делаю для рекламы. Как у меня в Telegram. Я всегда. Вот так вот. Делаю рекламку. Мне нужно будет. Вот. А и не так я сделала. Вот я. Луна. Так надо. Теперь я делаю вот так. Показываю, что у меня число, какое я выводила. Мой депозит. И показываю стрелочкой. Вот так. Все. Ну, а там тот я тоже сделаю скрин, но это будет попозже. Чтобы как бы видео затянулось. Хотите работать, работайте, зарабатывайте. Ну, не хотите, не работайте. Не забываем о том, что это инвестиционные, друзья, проекты. Это всегда риск. Какой бы ни был проект в интернете, это всегда риск. Неважно. Зарубежный проект, русские майнеры, любой проект. Я рискую своими монетами. Ну, а вы же думайте сами. Каждому свое. Кто-то любит такие проекты, а кто-то не любит. Всем удачи, всем пока.